Елена Сальникова, художница, чьи работы трогают за душу и возвращают нас в мир детства. Основная тема ее творчества – детские портреты и жанровые сюжеты с участием детей. Но ее картины – это не просто изображения, это настоящие мгновения детской жизни, полные тепла, нежности и искренности. Каждая ее работа словно оживает перед глазами зрителя. Сальникова умеет запечатлеть моменты невинности, искреннего счастья и тех радостей, которые так свойственны только детству. В ее картинах дети играют, улыбаются, мечтают, и в них нет места для тревог взрослого мира. Это напоминание о том, каким может быть счастье, чистым и беззаботным. Особая сила работ Сальниковой в их цветовой гамме. Она предпочитает мягкие пастельные оттенки и светлые тона, которые словно окутывают каждую сцену атмосферой тепла и покоя. Эта техника делает картины светлыми и воздушными, погружая зрителя в особое состояние умиротворения. Картины Елены Сальниковой не просто показывают детство, они напоминают нам о ценности этих коротких, но бесценных мгновений. Они дарят каждому возможность вернуться к светлым и трогательным воспоминаниям, вспомнить о простых радостях и, возможно, даже увидеть мир глазами ребенка, наивно и удивленно, как в первый раз.